Сколько мальчику исполнилось? 27 годиков. Марта не забанена, окей. Но я не буду ее фпшить. Герой, который тебе не нравится? Марк Варден, наверное. Я не знаю. Как бы раньше бы я сразу сказал, что это Тинкер. Даже не думая. Сейчас нет. Как бы сейчас это уже про... Ну, Тинкер не такой хуёвый персонаж, как раньше. Ебать, меня сейчас так напихают. Так, все, я родился. Чисто в ожидании пиздюлей. Бля, может нахуй топор? Не, давай нахуй топор. Я буду сейчас все свои пожитки откладывать на колечко от БФа. Матра у меня также должна быть обычная сейчас. АД почти нет, никто не играет на АД. Но я его очень редко беру. Даже супер редко. Наверное, только когда его заказывают, тогда я его беру. По своей воле я его не беру обычно. Не знаю, что-то мне как-то не очень... Его геймплей заходит, что ли? Сука! Меня сейчас так отхуярят, думаю, на миду. Против некрофа состоять или же пугные. Ну, инвокер редко играю, кстати, да. Новый инвокер мне не особо нравится. Бля, только не некрофоса, только не некрофоса, только не некрофоса. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. О! О! Ну, нормально, заебись! Вот это слово ми... 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 Ладно, я по-своему скажу. Духа с Вячеславович, короче. Вот слово Вячеславович, только на немецком, пиздец какое сложное. Я его выигрывать не могу. У меня просто, ну, голосовые связки ломаются. Я не понимаю, как это сказать. Да, спасибо, спасибо за поздравления. Сука, нянь. Ну нормально, пошли накопил на кольцо. Все, ласхит попер, 8 крепочков на месте. Самое сложное выполню, колечко получу, дальше проще будет. Бля, да не души. Отъеби! Ебать, что делает? После 27 есть жизнь. Я примерно после 25 лет начал чувствовать себя, как будто я помирать начал. Типа суставы начали болеть, голова постоянно начала болеть. Метеочувствительность появилась. Я такой, что за хуйня? Мне всего типа немножко лет совсем, а я уже как будто как старше себя ощущаю. Я боюсь представить, что будет в 30, а там если вообще в 40, это чё? Это после одного выкидывает все время. Вообще пиздарики какие-то. Я, хватит меня харасить, харась крепочков. А Кситикс, а тебе сколько лет? Я чё-то думал, ты не особо от меня отличаешься по возрасту. Не надо мне хэппи фистинг. Не надо. Не-не-не, в древности в таком возрасте неестественно помирали. Ты, в этом ты не прав. Там именно что помирали из-за болезней. Вот 23 будет. Ёптыть. Заебал. Ты не устал меня харасить, дурачок? Боба! Они меня не увидят. А где крип? Куда крип делся? До 30 ты издеваешься над организмом, а после он над тобой. Так я не издевался над организмом, в смысле? У меня единственная проблема, это со сном, наверное, присутствует. А я ж не пью, не курю, никакой хуйней не занимаюсь. Бодрячком. Блять, урона нет. Блять, ты промахиваться будешь по мне? Он заебал, он тупо на автоатаке меня ебурит. Нахуя он меня ебурит? Постоянно, дурной нахуй. Табис. Не, ну это явно лучше оригинала.
Да я так... Достать! А можешь по пизде немножко, давай. Че, как кританул нахуй? Ой, что-то... Не, не кританул нахуй, ладно, потом кританул. О, ветку захавал. Ну хавай, хавай. Ой, сейчас может руну возьму. Руна снизу, сверху, сверху. Так, он шестой получил? Но ебало потерял, так что руна моя. Опа-па, опа-па, лошара! На телефон можно ли дота аккаунт открыть? Кто знает? Не, нельзя. Дота только на компе работает. Ну все, мид выиграл. Но я информацию давал о том, что он ссыбался. Он и по вардам прошелся, так что не знаю. Вот я о том же, ты же видел его, хуль ты помер-то. Вот зараза. Да беги, беги. Меня не наебешься. Я как бы... Ух ты, ты что, ты что? А, ты нападать не хотел? Тю! Я-то думал, там боевая единица сейчас будет меня на куски разрывать. Что там, Васпирит кипиш наводит? У меня все охуенно так-то, БФ-че готов. Без особого напряжения дали мне пофармить. Блять, он убивает там. Я думаю, сейчас подружек позовет, чтобы меня загнобить. Че, шейкер попробовать? Блять, мы сейчас как прыгнем на шейкера, он как-то ебанет нам их ослэм. Да выебываемся. Антимаг там фармить тем временем. Я так-то тоже фармлю. И я нахуенно фри. Для 1300. От него можно и откиснуть. Еще и пухна там рядом. Ебать, не, ой-ой-ой. Я там сейчас сдохну, если буду выебываться. Надо какого-нибудь другого челика хуярить. Четверо. Трое стоят. А он лучше пойду шейкера покошмарю. У него там три смока как раз есть. Блин, неужто портик не смог кинуть? Your bottom tower is under attack. Does this happen a lot? Пойдет. Ну шо, я шейкер убил. Ля, такая крыса добивка. Спасибо за поздравления. А ты промахиваться будешь на шейкере? Hello, 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 долбоёб. Промахнись, будь добр. Будь добр, промахнись разок. Ноль промахов, сука, ноль! Зира промахов! Пиздец. Вот это я понимаю. Сколько у меня процентов миссов? Ну, 40% уклонения. Чел нулю раз промахнулся, как будто на тотем True Strike вернулся. Не 40, а 4, именно так. У него нету True Strike уже очень давно, Axitix. Мопа танкует, чел. Лайнинг идет. Я антимага убью. Чуть ли не... Блять, нет. Ко мне два раза шейкер. Приходил. При чем, блядь, вообще там? За тебя линию нахуй в салат, блядь, проебал. Я тут при чем? Долбоёб. А, долбоёб. Your bottom tower is under attack. Ладно, пиздуй. Антимага мог сейчас одного крита в могилу отправить. А, ты решил... Это что? Не попадение было? Критани! Сука, лежать! Думал, сейчас челик ворвется, снова, блядь, миллион тычек по мне по попадению, ноль промахов, да-да-да-да. Так, что по квикастам? На месте, заебись. Слышь, что, советчик? Подкрутил на днюху, там ноль подкруток, в смысле? А тебе пизда. Сука. Най-най-най-най-най-най-най.
пишет что-то. Най-най-най-най-най. Да давай, сочри покойничи. Блин, нужно приходу нулик покупать в этой игре. Здесь что-то без нулика вообще, походу, не судьба. Тут как бы чел на пугне. С гастом встроенным. Некрофос тоже с гастом встроенным. Нихуя ты, блядь. Это что такое? Нихуя себе! Так, я понял, у нас с шейкером здесь будут мутки постоянно происходить, хорошо. Уебал так уебал. Для начала надо просто БКБ купить, я думаю, а потом нужно будет нулик оформлять. По мид, ВСФ тройка. Блядь, что тебя не устраивает? Я выиграл мид. Все выиграли, ребята. А дальше что? Я хожу, ебашу челиков. Блядь. Только что вот здесь сверху убил антимага с шейкером. Снизу пришел, тоже ебло скрыл. Здесь также шейкера убил. В чем проблема? В смысле до 30 сосать будет? Я уже разъебываю. Ты меня с антимагом не путай, блядь. Мне не нужно миллиард артефактов, чтобы что-то делать по игре. Где наши товара, братан? Не ко мне вопрос. 18-23. А кому вопрос? А ебать, а я еще за товары отвечаю? Типа меня сейчас шейкер просто ебанул, блядь, и еще два челика стояли, смотрели. А за что ты отвечаешь, скажи? Подожди, не понял вопроса. Все, я в принципе должен за что-то отвечать. Отвечаешь? За что я должен отвечать, по-твоему? Че, где? Надеюсь, у него косы нету. Но он не должен уходить. Регенку поднял, зараза. Хуй с ним. Пиздец. Че за вопросы? У меня вторую катку подряд до меня доебываются. Что мне нужно до хуя фармить, чтобы, блядь, ебашить и так далее. Серьезно, ебобо поставил? Не уверен, что мы еще вдвоем его вынесем. Нам третий нужен. Под дизолем, хуй знает, мало здоровья. Опа, нихуя. Смотри, что здесь есть. Он что-то Вингу не похоронил. Кто там? Ага, загана, понял. Быстро я его на кусочек порвал. Так, окей, надо нулик покупать следующим артефактом теперь. Нулик, 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 нулик. БКБ есть, можно разъебать их сейчас. Блин, не могу прыгнуть. Ага. Пита тебя? Где? Ну пиздец, тяжело без нулика. А где нулик? Я его так редко покупаю, что не могу найти даже. Ага, нашел. Лякости боюсь. Вопросы есть, там еще есть?
Куда, блин, канулся? Your top tower is under attack. На нахуй! Крипочка случайно захуярил! Так, все, нулик на месте. Разъебумбус тоже на месте. Я все силен, не по годам на. Все, нулик готов. В принципе, я всех разъебываю теперь. Ой, блядь. Я шанс, что ли, захуярить? Нахуй я нажал на кнопку. Даже нулик нажимать не пришлось. У меня еще БКБ и нулик есть. Сейчас, если некрофос появится, разъебу. Мы за минуту разъебем. Надо под шейкеры не попасть. А это кто? Вся бы лошадки с копытами ебашить на пианино. Ну да, ну да. Но у меня ЕГ еще есть. О, ломать домики нахуй, ломать! Здорово, инфомейбл. Башня, у меня так хили жестко. А, нихуя. А дальше можем. У нас минус армор ебет. Эй, че мне факу показывает? Так, их ослаем под вопросом, я не помню, ебанул, нет? Лучше не кучкуйтесь. Чего? Он на меня нажал? 5 секунд до БКБ. Нам лучше по миду пройтись, еще сторону снести. БКБ есть. Ну, я его нажму! Пиздец, бесконечный контроль. Я сейчас нулик на него дам, если подойдет. Бля, 6 тысяч на руках, ебац. Ладно, сейчас сатаник куплю. Нихуя себе. Ляс, пацай. Я посыпал за 500 рубасов. БКБ есть, нулик есть. Шейкера нет. Куда делся? Вайп поймала, да-да-да. Главное меня говнить, блядь, то, что я до 30 минуты нихуя не могу. Как вообще такое может быть, то, что Мартра до 30 минуты ничего не может? Кто ему такое спизнул? Блядь, дизоль летит, ты что, да приколишь, что ли?
А, блять, он реально на приколе дизоль купил. Власть из тумрака нахуй. Не сравнивай Мартру с крепочком. Пятьдесят пять тысяч урона нанес.